По данным Следственного комитета, пожилого криминального авторитета Вальтера убили на стройплощадке его семейного склепа в селе Варваровка, применив огнестрельное оружие. Выстрелы из снайперской винтовки раздались, когда Вальтер спокойно наблюдал, как трудятся рабочие. С лесного массива был застрелен Арутюнян Вальтер Еремович. Значит, неустановленный убийца произвел три выстрела из неустановленного следствием огнестрельного оружия, после чего Арутюнян упал на землю, а его товарищи, которые находились рядом с ним, подхватили, посадили в машину и повезли в больницу. К сожалению, до больницы его не довезли. По дороге в больницу, в городскую больницу Анапы, Арутюнян скончался. Значит, в настоящее время у следствия имеются определенные наработки о лице, совершившем преступление, данные ориентировки, ведется предварительное расследование. Я думаю, что в ближайшее время мы установим лицо, совершившее данное преступление, ну и постараемся его задержать, если он не выехал с территории города Анапы. По предварительным данным, оружие иностранного производства. Найденные гильзы отправлены на баллистическую экспертизу. Убийца, видимо, особенно не спешил, поскольку стрелял из близлежащего леса трижды. Там же следователи обнаружили глушитель от винтовки и три гильзы. Две пули тяжело ранили жертву. По-видимому, наемник давно поджидал жертву, зная, что тот регулярно ездит контролировать ход строительства семейного склепа. Или о его перемещениях стало известно из-за утечки в ближайшем окружении авторитета. Следственный отдел возбудил уголовное дело, квалифицировав преступление как убийство и незаконное приобретение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов. Вадим Родин, Анапа регион.